Здорово, Женька. О, здрасте, Сереж. Че, опять в стрелялки играешь или в футбол? Нет, взламываю сайт Пентагона. Ух ты, дай глянуть. Да я пошутил. Небось, баб голых опять смотришь. Я этим не интересуюсь. А надо бы интересоваться. Тебе по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит. Не то, что дядя Сережа. Дядя Сереж, вы сюда лекцию пришли читать? Мне пап с мамой хватает. Да какие лекции? Мне, понимаешь, твоя соседская помощь нужна как какашника. Как айтишника? О, точно, вот айтишник. Все время путаю эти слова, понимаешь. Поможешь мне с киндером? С киндером? Так у вас же вроде нет детей. А, я понял. Вас зарегистрировать на программу ЭКО? О, точно, вот это, на эту программу, вот это, как это называется, Швондер? Нет, Зиндер, Пиндер. Может, Тиндер? Точно. Так Тиндер — это молодежная программа для знакомств. Да. Там влюбленные сердца находят свою вторую половинку. Вот мне бы сразу две половинки одного целого найти прямо. Не буду я вас регистрировать. Я вас уже вон в Вайбере зарегистрировал. Достаточно, что вы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками. Если бы я каждый посылал отдельную фотографию, то пока бы поздравил, можно было уже с Пасхой все поздравлять начинать. Зачем вам Тиндер? Понимаешь, с бабой я развелся. Да, ладно. Я теперь ведь как тополь на плющихе, один-одинокий. Подождите, я вас в прошлом году зарегистрировал в Одноклассниках. Найдите себе там кого-то. Зарегистрировал. А нафига ты мою жену туда же зарегистрировал? Поэтому в Одноклассники мне теперь нельзя. У меня травма. Да, это зашквар. Вот. С зашкварками, сковородкой и все случилось прям. Травма. Нельзя. Ладно, давайте зарегистрирую. Давайте телефон. Телефон? Да, держи. Дядь Сереж, я не смогу вам Тиндер поставить на кнопочный телефон. У меня домашний еще есть с роликом. Дайте его. Дядь Сереж, Тиндер нужно поставить только на смартфон. О, понимаешь, с ним такая непонятка вышла. Что, опять разбили, да? Разбил. Опять случайно зашли на сомнительный сайт? Не случайно зашел. С конкретной целью. Из-за нее с женой и случилось. Теперь я один. Как тополь на плющи. Ладно, ладно, давайте, не расстраивайтесь. Вы же понимаете, я могу зарегистрировать вас, поставить вам Тиндер только на смартфон. А вот... Так это мой смартфон. Знаешь, как дядь Сережа выручать тебе, так мы забыли, да? Когда если бы это? Я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял, что бы сейчас было? Что бы было? Вы его себе забрали позырить. Я ж на опережение. Если б батька его нашел, сейчас бы он его разглядывал. Ладно, давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне. Давай, регистрируй. Так, открываем Тиндер. Давай. Для начала нужно пройти анкетирование. Ага, давай. Итак, пол мужской. Мужской. Имя? Серега, пиши. Просто Серега? Просто Серега. Не Серджио? Нет. Не Серджанто? Нет. Не Святый Сергий? О! Но нет. Просто Серега. Просто Серега. На вас-то не похоже. Давай. Так, хорошо, дальше. Нужна фотография. О, фотографии есть. Сейчас тебе фотографии, вот, посмотри. Зачем вы мне фотографии голых теток тут показываете? Чтобы было понятно, какие бабы мне нравятся. Круг знакомства, кстати, обкружить, да. Да нужна ваша фотография в Тиндере, чтобы женщины ее увидели. Ну, мы же в Одноклассники закачивали, вот выбери любую. А, вот ну, открывай. Давайте, да. О, вот. Видишь, вот я в «Жигулях». Вот я в «Жигулях» в гараже. Вот я под «Жигулями». Вот я «Жигули» продал, а вот мне через два дня вернули их. Дядя Сереж, а у вас нет фотографий без «Жигулей»? Без «Жигулей»? Ну, это вообще-то не модно. Не модно «Жигули»? Да. Представьте, поймите, фотография на главной страничке — это как ваша визитная карточка. Нужно сразу с козыря заходить. С козыря? Да не с этого козыря. Вы что, забыли, что вас из этого козыря в Инстаграме заблокировали? Вы представляете, сколько женщин вы оскорбили? Значит, когда им выкладывать эти срамные фотки, это нормально?
А когда я показал свою реакцию на их фотки? Оскорбление. Вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все. Я устал лайкать. Я хочу чпокнуть хоть кого-нибудь. Ладно, давайте я вас сфотографирую сам. Сфотографируешь? Да. Так, давай. Встаньте в полный рост. Да. Сделаем какую-нибудь красивенькую фото... Что вы сделали? Что, еще рубашку заправить? Не надо, это не модно. Ну, как-то ниже спустите, что ли. Чтоб красивее бы... Вы зачем вы штаны сняли? Вот так вот. Давайте еще разочек. Красивенькую фотографию, только добавьте больше секса. Оденьте штаны, зачем вы их сняли опять? Тебя не поймешь! Снимите штаны, оденьте штаны! Вот поэтому тебя с бабами-то и не ладится! Ладно, давайте без штанов. В смысле, штаны не трогайте. Просто фотографирую ваше лицо. Сделайте умное лицо какое-нибудь. Дядь Сереж, у вас такое лицо, как будто в комнате воняет, а вы делаете вид, что это к вам не относится. Я всегда так делаю, чтобы на меня не подумали. Давайте тогда другое лицо, не такое умное. Сделайте такое лицо чемпиона, победителя. Такого, девушки любят победителей. Да нет, дядя Сережа, сейчас такое ощущение, что в комнате воняет, и вы этим гордитесь. Ладно, давайте я из одноклассников вырежу вашу фотографию. Меня из одноклассников вырежешь? Ну, обрежу, да, там. Обрежу? Ну, не вас обрежу, в смысле, а Жигуль ваш этот обрежу. А, Жигуль обрезай! Козырь не трогай. А что вы к этому козырю прицепились? Надо указать ваше достоинство какое-то. В сантиметрах? В долларах. А, в долларах. Напиши, что у меня гараж с ямой. Гараж с ямой? Да кому нужен ваш гараж с ямой? Напиши, что я начитанный. О, а вот это хорошо. Девушки любят интеллектуалов. Да, я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха. И на вкус тоже. Я даже знаю, где вы их читали. Так, вроде все. Осталось указать зону. Я вообще скрывал этот момент, конечно. Пиши под Челябинском общего режима. Я, честно говоря, не про эту зону говорил. А. Какой вы предпочитаете радиус? Радиус не знаю, но объем такой нормальный. Троечка твердая, люблю. Да какая троечка? Нужно указать радиус зоны поиска. Где искать вам девушку, женщину вашу? Кооперативный гараж. Боюсь, что там ни одной не найдется. А на СТО? Тоже вряд ли. А что делать? Давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру. Да? Давай лучше от гаража до СТО. Хорошо, укажу наш район. Только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда. И Костеляншу. Хотя нет, Костелянша не вычеркиваю. Я когда пьяненький, она вроде ничего. Ладно. Да. Так. Все, поздравляю, я вас зарегистрировал. Вот и девушки начали появляться. Девушки, вот, да, смотрите. Ох, ох, нифига себе! Вот. О, а цены есть? Какие цены? Это сайт знакомств. А, сайт знакомств? Да, много. Видите как? Да, вижу, да. Ух ты, вот это классное! Вот, видишь? Ставь ей пятерку. Это ж не одноклассники. Тут лайки надо ставить, как в Инстаграме. Вот, смотрите, Анечка. Да. Вот, Анечка, как вам? Ничего такая, классная. Лайкать? Да. Давай, лайкай. Так, Анечка пишет, что любит удивлять мужчин. Тогда сразу нет. Почему? Да у нее, небось, три сиськи и стеклянный глаз. Почему это? А чем она еще меня удивить может, я не знаю. Ладно, хорошо, вот еще тут есть Вероника. Так. Пишет, что любит клубничку. Сразу нет. Почему? Дорого. Сейчас у клубники не сезон, пусть летом звонит.
Она любит сексуальную клубничку. Да хоть сексуальную, хоть ремонтантную. Пускай в июне звонит, там будет дешевле. Что еще? Вот Лиза, смотрите. Ага. Лиза пишет, что ищет папика. Батю потеряла. Это ей в передачу «Жди меня». Она думает, что папка здесь, в Тиндере, да? Она, как вам сказать, ну, спонсора ищет. Спортсменка? Музыкант? Чего ты ржешь, я не понимаю. Ну, скажи нормально. Да она, ну, как вам сказать, она согласна на секс за деньги. Ух ты! Сколько хочет? Это они не пишут, это надо в личке писать. Предложи, согласна, за 100? Ну, думаю, да. Гривен? По-любому нет. Тогда надо ждать зарплату. Сейчас с баблом тяжело. Так, ладно. Хорошо, идем дальше. Да. Вот Лиза, как вам, нравится? О, Лиза классная, да. Лайкать? Ну ладно, ставь тогда, давай. Так, хорошо. А вот еще Ира, смотрите. Ирка-то красивее Лиски. Давай у Лиски лайк возьмем, у Ирки поставим. Тут можно сколько угодно женщин лайкать. Да? Да. И то есть, если я и то и поставлю, они друг про друга не узнают? Нет. Охренеть. Вот бы и в жизни так. Да, о, кстати, вот вас Лиза, кстати, лайкнула. Так что можете ей что-нибудь написать. Прямо написать? Да, пишите ей что-нибудь. Отвернись, я пообщаюсь с ней. Ой, но тебе я трах. Где у тебя хэ здесь, я не понимаю, а? Что там пишете такое? Вы что, не понимаете, что она вас за это может забанить? Забанить? Это же в баню, что ли, позвать? Я согласен, в баню. Нет, она вас, ну, может заблокировать. Ну? За флуд. За что? Ну, флуд. Да нет у меня никакого флуда. Ну, был год назад, но я вылечил. У меня справка есть. У нее самой-то есть справка хоть? Да нету тут справок. Это сайт знакомств. Какие справки? Вот, сделали же, хрен знает какую программу. Заразиться можно чем угодно. Подхватить, чтоб даже... Сами выбирайте тогда, что вам там нравится. Давай. О, классная. Лайк. О, лайк. О, лайк. О, мамка твоя. Чего? Да шучу, шучу я. О! Наша костелянша, баб Маня, лайк. Ух ты, моя Гримза здесь тоже. Жена бывшая? Ага, капец. Спросит, что я там делал, что ответить, что придумать, что. Слушай, а тут друга найти можно? В смысле друга? Ну, типа я на рыбалку хотел уехать на неделю, сбежать, порыбачить. Нет, тут такого нет. Разве что я вас с женщиной зарегистрирую. Не, женщины не надо. Мужики ржать будут надо мной. Так. О, смотри, какая. Вот это то, что надо. Какая-то она страшненькая. Да ты не туда смотришь. Жигули, смотри, какие. Класс вообще. Это же Наташка! Наташка, с которой я еще с училища! Господи! Так что, посмотри! Лайкнуть ее, может? Да зачем ее лайкнуть? У меня ее телефон есть, я позвоню. Далеко она? Ну-ка, проверь. Полтора километра отсюда. Отлично, я знаю. Там ее бабка живет. Я поеду туда к ней прямо. На «Жигулях» завалю. У нас же с ней «Жигулях» все и началось, ты знаешь? Вот она обрадуется, а я красавцем на «Жигулях» заеду. Главное, это моей Грымзе не говори только. Понятно, где я? Все, отлично. Женечка, дядя Сережа к тебе случайно не заходил? Я так и знала. Я, главное, в квартире интернет отключила. Так ты к соседу пошел, да? А чё ты, главное, сама-то в этом пиндере зарегистрировалась? Я еще в этом ТикТоке зарегистрировалась, что все баб твоих пасти. Подождите, подождите, ну вы же вроде развелись, разъехались. Мы еще и развелись! Женя, удаляй его отовсюду, удаляй! А ну, иди сюда, скотина! Иди сюда, я тебя сейчас там развелись, а!